другим темам. Около 2 миллиардов рублей потребуется ГУБ ЖКХ. Сегодня вопросы финансового оздоровления предприятия обсудили в Алтумыне. В настоящее время ГУБ ЖКХ является одним из крупных предприятий в блоке жилищно-коммунального хозяйства. Компания обеспечивает работой 9 тысяч человек, охватывает 337 населенных пунктов. По словам депутата Александра Уарова, компания сегодня переживает не лучшие времена. Всему виной высокая процентная ставка кредитных средств Европейского банка. Когда мы в начале, 6 лет тому назад, перевлекли этот кредит, ставка была всего 6%. А сейчас времена изменились, и ставка уже 12%. Очень много вопросов депутаты задавали. Сегодня только все... Там некоторые структурные преобразования будут, и мы где-то в феврале этому вопросу еще вернемся. Будет соответствующая проверка и мониторинг, самое главное, как используются кредитные деньги.